До 10 лет лишения свободы грозит владельцам и работникам 14 мариупольских аптек. Фармацевты без рецептов продавали препараты, в составе которых содержатся наркотические вещества. Как сообщили правоохранители, оперативная разработка по этому делу длилась 4 месяца. В ходе обысков в аптеках и домах подозреваемых изъяли 24 тысячи таблеток, бухгалтерские документы и 120 тысяч гривен, полученных от незаконной реализации рецептурных лекарств. Организаторы преступной группы, жители Мариуполя и Краматорска, в целях конспирации они оформили на подставных лиц аптечную сеть, закупали и поставляли препараты. На данный момент задержаны 10 человек. Они обвиняются в незаконном сбытии наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Вилучені препарати, вони є недорогими, але враховуючи їх масове вживання та популярність серед молоді та наркозалежних, воно носило масовий характер, у зв'язку з чим давало довольно величезний прибуток злочинцям.